Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту зарубежному. Это, друзья, новинка. Ну, так вот он называется. Здесь мы загружаем мемы, картинки. Мы просматриваем чужие картинки, ставим лайки, подписываемся. И также смотрят наши мемы, картинки. И также люди ставят лайки, подписываются. И за это мы получаем денежку. Друзья, я проверила этот проект на вывод. Вот, все замечательно. Но я не сомневалась. Проект платит минимум на вывод $1. Вот. Сейчас я перейду на почту, сначала вам покажу. Вот мой платеж. Вот название Picture Punches. Как-то так называется. 72 рубля. Доллар я выводила. Честно сказать, это мой второй платеж. Первый платеж. В общем, я профукала. Это моя вина. Ну вот, но это долго объяснять. В общем, но тем не менее, суть в том, что я изменила email-адрес в кошельке. Оплатила я с одного email-адреса-то. Потом после оплаты я поменяла. Мне вчера пришел доллар 11 центов. А куда он пришел? Я же email-адрес-то поменяла. Вот я вчера переписывалась с поддержкой до 11 вечера. И плюс еще сегодня вечером. Ой, сегодня утром. И вот мне администрация изменила email-адрес, потому что как? Когда мы прописываем, оплачиваем 99 центов, вот я оплачивала, у них автоматически сохраняется email-адрес, куда будет идти вывод. Вывод производится в ручном режиме. Вот. И в течение суток или сутки надо ждать, приходит вывод. Вот. Ну, что поделать. Получилось то, что получилось. Но, тем не менее, я сегодня, вот у меня уже был $1. Поставила на вывод. Я вам показала на почте то, что 72 рубля 54 копейки от названия проекта. Но PayPal берет, друзья, у нас комиссию, конечно. Пришло мне здесь 58 рублей 62 копейки. И вот же, опять же таки, вот тут вот это видим, да, название этого проекта 58.62. А это мой платеж, я как бы первоначальный мой взнос. Единоразовый, скажем так. Все, ну, проект, конечно, супер, друзья. Вот, мне определенно он понравился. Я позавчера заработала. Заработала я сколько позавчера? 40 центов. А вот здесь мой платеж, мой заработок. Смотрите, 26 января 11 центов. 27-го я заработала 45 центов. 28-го вот у меня доллар 34 вообще. Далее 29-го сегодня еще маловато. 19 центов. Ну, вот сегодня today. Но они пошли на вывод. Видать, как бы я утром сразу пришла, переписывалась с поддержкой. Они мне написали, что они мне изменили адрес, чтобы мне выводить куда. Вот. И вот сегодня же, сегодняшний today, да, сегодня это. Ну, всего у меня заработано уже 2.36. Ну, что делать? Значит, когда у вас будет здесь минимальная сумма $1, имейте в виду, вы нажмете вывод. И деньги автоматически у вас спишутся. Потом не заходите сюда. Если вы зайдете во вкладку «Вывод» или же переведите на русский язык. Потому что здесь будет написано «Отменить вывод».
Вы кликните, отмените вывод, и ваши денежки опять капнут на основной баланс. Подождите, когда они уйдут в обработку, там это потом уже только заходите. Вот, все замечательно, все супер. Ну, меня спрашивали, как много нужно загружать видео. Я не знаю, как много загружать видео. Я, например, сколько могу, столько и загружаю. Ну, сколько хочу. Как бы я загружаю вот здесь. Кликаю «Загрузить». По одной картинке я сейчас, чтобы у меня шел доход. Я создала отдельную папку. Там все мои картинки обработанные. Сейчас у меня загрузится. Чтобы поднять вверх, как бы, мои картинки. Они уже улетели далеко, потому что я с утра уже их загружала. Вот мемы, картинки, папка моя. И вот здесь картиночки. И можно вот любую, как бы, загрузить. Ну, например, эту. Открыть. Вставляю сюда. Загружаю. Вот она у меня встала. Ну, какая есть. Я уже запуталась в этих картинках. Она поднялась вверх. Дальше. Опять иду мои каналы. У меня 4 вот канала. Беру еще одну картиночку. Опять я ее сейчас загружу. Какую-нибудь. Главное, чтобы было, ну, такие с юмором, знаете. Не надо всякие там, как бы, неадекватные картинки. Вот. Посылать. Поддержка хорошо отвечает. Конечно, я пообщалась. Вот. Ну, что сделано, то сделано. Вот еще одна моя картиночка поднялась. Далее. Я сейчас ищу 4-ю. Да, нет, это 3-я. Вот. Опять сейчас я загружу. Вот. Ну, эту загрузим. Давайте. Это я копирую. Так, ну, это все быстро делается. Главное поднять вверх ее, чтобы она была вверху. Вот. Моя картинка. Сейчас посмотрим потом. И последнюю. Также загружаю. Все это делается быстро. Вот. Вот. Какую загрузить картиночку? А, эту загружу. У меня тут еще вот на рабочем столе картинки. Тоже их надо, правда, еще отредактировать. Вот. И теперь я нажимаю вот сюда вот на название проекта. И вот они, мои картинки. Мой альбом. А первый, второй я их вверх подняла. Третий и четвертый. Вот. Можно любые. Я вот иду, лайкаю. Можно даже подписаться вот здесь. Я подписалась на канал. Также вот я ставлю. И я почти, я не знаю, мне очень понравился проект, конечно. И заработок здесь очень и очень неплохой. Но на вывод я теперь уже, если у меня будет $1, я уже нажимать не буду. Потому что это нереально по $1 выводить. Нужно подзаработать хотя бы долларов 5-10, там, я не знаю, чуть-чуть побольше. Ну и PayPal, конечно, комиссию такую берет. Вообще, так, подождите, перелетел. Ну, вот я вот... Вот то, что я кликаю, мне дают очки. И вот за эти очки я могу уже позволить себе загружать свои картинки. Вот. Вот сколько людей. Собачки всякие. Там не важно уже, какие картинки, я думаю. Главное, были бы нормальные такие, смешливые, знаете, с юмором. Вот.
И вот я подписалась на канал, и вот они мои, они вот здесь как бы отображаются. Вот. Здесь мои каналы, мемс. Вот это мои картинки идут. Вот, ну что, друзья, все замечательно, проект платит. Наберу побольшую сумму. Естественно, еще буду делать вывод и обязательно запишу видео по выводу. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!